Убрать зимнюю разруху. Округ готовится к месячнику по благоустройству. В администрации прошло совещание, посвященное этой теме. С 1 апреля городские службы в усиленном режиме возьмутся за наведение порядка. 3 числа состоится первый массовый субботник. Всего же их будет 4 общеобластные с самым массовым охватом запланировали на 24 апреля. Воскресенцев предупредят за 7 дней. Для координации будет создан чат. Здесь будет ассоциация многоквартирных домов, общественных советов, которые у нас есть в городском округе Воскресенск. Будет создан соответствующий чат, где непосредственно активные жители нашего округа будут принимать активное участие, где-то определять места для проведения. Хотя, как отметили в администрации, ожидается, что места проведения субботников останутся традиционными и будут соответствовать выбранным в прошлом году. В целом же при проведении месячника округ будет ориентироваться на рекомендации, разработанные в Министерстве благоустройства Московской области. Там указано, на какие объекты стоит обратить внимание. В этот список, естественно, вошли парки, общественное пространство, дворы, а также памятники Великой Отечественной войны, объекты торговли и сферы услуг. Определен перечень работ. Уборка мусора, работа по ремонту, замене элементов объекта, в том числе благоустройство, лавочек, урн. Замена, ремонт твердого покрытия территории, прилегающей к объекту. Ремонт, покраска ограждений декоративных заборов. Штукатурка, покраска элементов объектов. Опиловка деревьев, сухостой, уборка веток. Обустройство газонов, клумб, посадка деревьев. Но они перекликаются, вы обратили внимание, что примерно набор он у всех идет одинаковый. До конца месяца также будут очищены и запущены все городские фонтаны. Перед округом стоит задача принарядиться к весне. Поэтому клумбы и цветники порадуют горожан яркими красками. Техника к благоустройству готова, инвентарь уже закуплен. 1 апреля начнется преображение. Максимально эффективным оно станет с вашим участием. Не пропускайте субботники или хотя бы не мусорите. Александр Иванов, Евгений Стародубов. Новости Искровект.